Привет! Я так посидела, почитала все комментарии, которые мне пишут в последнее время, и поняла, что это видео, точнее, эта рубрика должна быть обязательно на моем канале. Это, мне кажется, будет лучше и для меня, чтобы я следила за собой, наверное. И в то же время будет, может быть, кому-нибудь полезно, может быть, даже интересно. Хочу сделать рубрику в стиле реалити-шоу такого. Только это будет не особо в реальном времени. Буду стараться снимать за один день видео и на следующий день выкладывать его. Да, я не сказала название рубрики, в чем суть этой рубрики. Название будет «Дневник Жирухи». Ну, как бы есть дневник Хача, почему бы не завести дневник Жирухи? Суть самой рубрики в том, что я буду как-то пытаться следить за питанием, буду рассказывать свои какие-то моменты, свой опыт, в каком состоянии я сейчас, мои какие-то психологические моменты. Потому что, когда ты даешь какую-то информацию на экран, вот так вот, допустим, мое видео, которое я снимала о диете или о правильном питании, не все это воспринимают. Мне как мужчины, так и женщины стали чаще писать о том, что я толстая. Эту рубрику я и создаю для того, чтобы вместе с вами мы следили за друг другом, помогали друг другу как-то пережить моменты отказа в чем-то, как-то поддерживать морально друг друга. Короче, все остальное я оставлю именно для этой рубрики. Все мои рассказы, все мои разговоры, и там будут не только болталки, там будет очень много всего. Задумка у меня такая вот прям обширная, хочется все охватить, и я буду стараться это делать, и надеюсь, вы будете мне также в этом помогать, будете также что-то советовать, может быть, что-то из своего опыта рассказывать, потому что все вот эти советы фитоняшек, честно, меня уже подзадолбали. Я стремилась одно время к этому не быть фитоняшкой, а просто заниматься, как они это делают, именно тренировки, как они рекомендуют, питание, это все круто, но потом срывы, и вот очередной срыв у меня сейчас привел к тому, что я нахожусь в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь. В общем, короче, это вводное такое видео. Я не буду в нем обо всем рассказывать, поэтому, если вам интересно, следите за такими видео. Они будут называться просто «Дневник Жирухи», и все. Просто будут последовательные какие-то видео, как видеоотчет своего рода, мои какие-то размышления, переживания. В общем, я думаю, все уже все поняли, я до сих пор сижу и разговариваю сама с собой. Короче, если вам такая идея понравилась, то поддержите ее пальчиком вверх. Да, я с вами прощаюсь, и не будьте жирухами.